Все упражнения, которые я показываю у станка, если у вас нету станка дома, вы всегда можете держаться за стол, за подоконник, за стул, то есть вам не обязательно иметь дома станок. Что еще важно для спины, это вытяжение спины не только наверх, да, не только мы прогибаем спину, но очень важно еще тянуться в боках. И сейчас я вам покажу упражнение, которое вы можете также делать либо у станка, либо взявшись за стул. В чем суть? Вы пятки ставите вместе, носки врозь, поднимаете руку в сторону, и вы будете наклоняться. То есть мы сейчас будем растягивать бока, мы будем гнуться в сторону. Мы будем делать раз максимально, и поднялись наверх. Еще раз, раз, тянемся, тянемся, и поднялись наверх. Еще раз, тянемся, тянемся, и поднялись. Еще раз, тянемся, и поднялись. Что важно в этих упражнениях? Вытягиваться наверх. То есть вот это вытяжение вы сохраняете, даже когда вы наклоняетесь. 5, 6. Шея длинная, плечи вниз. 7 и 8. И постояли. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вытянулись. Еще раз повторим. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. И тянемся, вытягиваем позвоночник. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И последний раз. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. И держим. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Давайте теперь повторим это упражнение с другой стороны.